тоже какие. Царю небесный, утешителю души истины, и жизнестей, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди все веселый, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами. Не дай нам уклоняться от истины Твоей. Научи нас возрастать от веры к вере, Господи. Прибудь с нами до конца. Тебе слава посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Братья и сестры, поздравляю вас с чем? Ну, во-первых, с праздником, с воскресеньем, с воскресным днем. Христос воскрес. Во-вторых, тем преодолением, которое вы совершили. Преодолели болячки свои, инертность, костность, леность, сонливость и все прочее. Преодолевшие и преодолевшие погодные условия пришли на службу. Прославить вместе Бога за то, что мы еще живы и что имеем возможность принести покаяние и трудиться во славу Божию и ко спасению своих душ. Нашему наставнику из интернета, из разных мест нашей Вселенной приходит информация о том, что из окружения, люди из окружения патриарха начинают купировать его речи. Что такое купировать? Вырезают. То есть вырезают из его речи, в публикации остается уже не то, что не целиком то, что он говорил. А говорил он речь свою на одном из заседаний в своем окружении, среди священников, высоких, епископов, архиепископов, о том, митрополитов, о том, что нужно вести миссионерскую деятельность. И было принято решение о том, что он заявил о том, что он будет отлучать от церкви, изгонять из саны, мешать саны за то, что если они не будут проповедовать, что не будут нести миссионерскую деятельность. И вот это вот место как раз исчезло из его речи. Ну вот это печально, это как раз повод о том, о чем мы должны молиться. Без проповеди, без миссионерской деятельности, какое христианство может быть вообще? Только угодничество, только симония, только конкордат вместе с властью. Это вот одно. Второе, в прошлое воскресенье я говорил вам, что видел у нас в Барнауле, не в одном автобусе, расклеивают такие небольшие, вот, вроде как небольшие, совсем почти незаметные, но прямо на дверях. И трудно не заметить даже. Вот он, Югант. Я говорил вам, да? Там лучи восходящего солнца, такой рыцарь, не рыцарь, а русский. Витязь, да, с мечом,
И вот такое, такое вот воззвание. Я посмотрел, что это означает. Вот он или вот он по разным транскрипциям. Это с немецкого языка. Это означает древний германский языческий бог. Вот он. Вот куда уходят эти корни. И также, там же информация в интернете о том, что, по-моему, в Чехословакии, в Чехии, были арестованы люди, причастные к этой организации. Вроде как это у нас вот распространено в России. Ну вот я только недавно это, об этом заметил. Еще один повод, что молиться о том, чтобы Господь из нашей среды убрал эту нечисть. Ну и естественно нам, чтобы мы были бодрственными, это, как говорится, до того и щука, чтобы карась не дремал. Мы знаем о том, что он 24 часа в сутки не дремлет, желая кого бы поглотить. Вот, теперь о своем, так сказать, вот расскажу, скажу коротко. Благодарю вас за ваши святые молитвы. Я ощущал эти молитвы, была поддержка, естественно, на этой конференции, которая вот прошла во вторник. Скажу, что сегодня проповедь я издал не случайно, а гордыне, о тщеславии. Потому что начинаю себя упрекать. А может быть, я просто тщеславлюсь, и гордыня моя вот говорит во мне, что я вот там вижу, а они вот не хотят этого видеть, не хотят этого слышать. Ну, во-первых, я скажу, что я постоянно пребываю в молитве и в страхе. В страхе того, чтобы не совершить ошибку, потому что от моей ошибки зависит здоровье и даже жизнь людей. Поэтому я всегда, неоднократно в день молюсь о том, чтобы Господь меня избавил от этих ошибок, которые влекут за собой болезни, страдания, смерти людей и нарекания начальствующих. Ну, не захотели услышать меня. Ну, и что теперь? Ну, жаль только, что не будет предпринято попыток. Это было и раньше, когда на конференциях они говорили, вплоть до того, что вот патологоанатом виноват, что больной умер. Ну, абсурдная, конечно, ситуация. Или говорят, а вот все равно, если будет подобная ситуация, мы все равно будем так вот поступать, потому что иначе нельзя. Ну, вот косность такая. Я понимаю с одной позиции, что и, конечно, ограничены во времени и в возможностях, но, тем не менее, есть и моменты инерции и нежелания делать так, как нужно делать. Я, во всяком случае, стараюсь делать свое дело как нужно, потому что я знаю, что надо мной око всевидящего Господа. Поэтому я готовился к этой конференции целый месяц упорного труда, но с таким результатом. Ну, слава Богу за все. Так что благодарю вас за святые молитвы. Поблагодарите Бога за все, что произошло. Он-то все равно останется, это семечко ваше. Так, теперь, как в прошлый раз я просил о том, что брат будет вести, я уж так сказать, по инерции и по просьбе Игната Тихоновича взял начало слова, в начале собрания, а сегодня у нас ведет собрание брат. Как в прошлый раз я просил его. А? Людмила Степановна, она прооперирована, была она прооперирована 20, ну, в среду она была прооперирована. Так что уже можно ее посетить. Сегодня слово Божье было о богаче, который вдруг ни с того ни с сего бодрствовал посреди ночи. Но радость была у него огромная. Что такое ночь, мы тоже можем думать. Но я так предполагаю, как Златоуст постоянно говорит о ночи, как о времени спокойствия, когда ум твой никакие суетливые и помышления порочные не воспламеняют, и ты уже устал от этого дня, насыщенного этой суетой, и ты уже можешь уже подвергнуть себя суду, свою совесть подвергаешь суду. И поэтому вот он так помыслил, этот богач, и совесть его не подвергла его суду. Об этом было, об этом вот в проповеди и говорилось, что совесть его сожжен в совести своей он был. То есть совесть его, она, ее практически не существовала. Она ничего не чувствовала. Почему? Потому что такая, у него такая сродственность была с плотью души его. То есть он не дал возможности духу своему возрасти до тех заповедей и законов, которые Господь нам в этот мир сразу даровал еще через Адама, через Еву. Для того, чтобы мы могли все преодолевшие устоять
в заповедях его. Но не получилось у этого богача. Кто этот богач может быть? Ну, обращаются. Это вы. То есть не говорится о безбожниках. Безбожники, они уже осуждены Господом. Тот, кто не уверовал в Иисуса Христа и не хочет не уверовать, он ходит под гневом Божьим. И душа его, тело готовы уже на осуждение в любое мгновение. Как Августин блаженный сказал, Господь дает тебе спасение, но он не говорит, что ты проживешь до завтрашнего дня. Нету этого. Непонятно, когда человек уйдет из этой жизни. Богач этот тоже не ожидал, что он уйдет из этой жизни. И у нас, вот посмотрите, ряды редеют потихоньку. И даже молодые уходят. И причем они как уходят? Не только умирают, есть у нас и такие случаи. А просто как они для нас умирают, уходят в мир, в никуда, один за другим. Какое нужно отношение к детям нам иметь? То есть каждый из родителей должен быть очень мудрым. Не уподобиться этому богачу. А у меня все спокойно, нормально, растут там, кормятся хорошо, зубы есть, жуют пищу, переваривают желудки. Нет, нужно еще многое. Вот сейчас у нас подрастают дети. Уже, ну они, занятия сегодня проводил просто, уже девицы есть. Уже блаженный Феофилакт их ждет. Толкование, чтобы можно было защитить веру свою, себя, свою душу от посягательства этого мира. Это сатана, он как лев ходит, ища кого поглотить. Нужно уже начинать участвовать в занятиях или еще как-нибудь подумать об этом детям нашим, чтобы они начинали тоже воспринимать Слово Божие. Бодрствуем ли мы с вами, говорит Слово Божие? Многие, говорит, христиане знают, но только это у них в уме. Только на полочке стоит книга, и у многих, и священников, и у христиан Библия стоит просто на полочке. Почему? Потому что как этот богач в ночи не обременяют они душу свою судилищем, христиане. Поэтому у них все хорошо. Тишь да гладь да Божья благодать. Да, все у нас есть, и теплые и квартиры, и даже просто вышел из квартиры, сел в другую теплую небольшую квартиру, доехал куда надо, зашел в теплый магазин, взял, что нужно для того, чтобы запустить в теплый живот, и всегда тебе тепло, хорошо, сытно, и бодрствование, оно засыпает само бодрствование. А ведь вспомним, апостол Петр с Яковом и Иоанном, они заснули после трапезы пасхальной. Казалось бы, наоборот, должны были взбодриться. Нет, и пасхальная трапеза, то есть говорит о том нам это все, что просто плотяное, оно не несет никакого бодрствования. Что несет бодрствование? Вот то самое несет, о чем говорил патриарх. Единственное, оно только нас бодрит. Вот каждого, кто здесь сидит, каждый думает об этом постоянно. Почему? Потому что мы постоянно об этом говорим. О миссионерстве, о проповеди. Для того, чтобы твоя душа трезвилась и бодрствовала, нужно благовествовать. Для того, чтобы благовествовать, нужно горячее желание. Совесть должна постоянно тебя судить. Не успел ты до подушки прикоснуться, и опять сегодня никому не сказал слова. Опять ничего не пожелал. Даже просто нашу вот эту визитку подать человеку. Там ободряющее слово сказать, что Господь тебя спасет, Иисус Христос. И уже ты сделал такое невероятное дело. Посмотрите, какие обращения идут. Вот не могу я Игнатия Тихоновича поднять, он сейчас поднимется и скажет. Игнатий Тихонович, вы не можете рассказать нам немножко? Нет? Он скажет на занятиях опять. Ну вот посадили теперь Игнатия Тихоновича туда, теперь в интернете не знаем еще подробностей. У нас в интернете кто чаще всего бывает? Кто бывает в интернете, на страницах и видит обращение тех людей, которые некогда вообще понятия о православии не имели. Но прикоснувшись к истинному толкованию слов Господа Иисуса Христа. Если Златоуст сказал, мы уже согрешили тем, что совесть наша не приняла просто этой жизни божественной, без слов любых. Потому что
эта жизнь, вот эта природа, которую Господь окружил, она нам без слов уже говорит о том, как Творец любит нас. То сколь уже дальше мы погрязли, если теперь на толкование слов Божьих нужно еще толкование. А ведь это все через толкование еще апостола Павла идет. Толкование на толкование нам Господь дает, дает, дает. И сейчас комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина, еще комментарии идут. И все равно душа спит ночью, не бодрствует. И она даже, по-моему, не восклицает там житница есть или что. Что восклицать, когда утром проснулся, опять все тепло, хорошо. Сел в тепло, доехал в тепло, зашел, купил, забросил в тепло. Все нормально, что там говорить. А ведь заповеди не исполняются, все стоит на месте, только для себя самого. Рука на отдачу-то, все засохло, сухорукий. Каждое слово Божие побуждает нас. Для этого опять же говорится, слово со словом Божиим идите вперед. И вот без этих толкований, я могу прямо сказать, ни один человек сейчас не воспрянет. Но нету таких людей просто. Не знаю почему. Если будет такой человек, мы его узнаем, увидим. Да, будут такие люди, будут. Это последний Енох и Илья, которые явятся перед кончиной мира. Беседовали как-то с братьями, рассуждали. А как же так будет? Мы представили себе картину. Ведь как бы мы будем их современники, или они наши современники. Мы их узнаем или нет? Узнаем, если будем бодрствовать. А если не будем, а значит так равнодушно пройдем. Да, есть там каких-то два чудака ходят там, кто-то гибнет от них, да, опять придумывают все. А ведь антихрист не за горами. Вот у нас почему-то патриарх никак не может с папой повстречаться. А почему? А вот это табу разделения церквей, которое было в 1054 году, оно еще действует почему-то для православного русского патриарха. А вот сегодня, прямо вот сейчас, они там целуются втроем. Патриарх в Стамбуле, патриарх православный, там есть Вселенский, папа римский и этот главный мусульманский вождь. Стоят, помолились, там к святыням подходят, все общие святыни, все в Софии побывали, там в других, там в голубой мечети какой-то самой большой там в Стамбуле. Вот все обходят, молятся, все обдумывают, как бы объединить религию. И в конечном итоге объединят эту религию-то. А когда ее объединят? Ну, очень скороспелые греховные решения. Мы не можем даже сказать. Ну, сейчас скажем, да нет, невозможно. Сейчас бьются там они что-то. А потом раз, друг, друзья. На какой основе? Ну, вот как сейчас у нас. Вот Россия. Уже все, коммунизм потеряли. Да! Коммунизм Россия отпустила, как вождь коня необузданного. И коммунизм ускакал. В Африку он там ускакал. Где там их только нету. В Малой Азии этот коммунизм уже там скачет. А в России вроде раз мы такие очистились, все, встали. А Господь говорит, нет, я вас не оставлю с этим делом. Все равно запятнаю вас. Как? Да никто не думал. Все, с Америкой дружба, с Европой там вообще паритет. И вдруг... Заметьте, вот санкции еще не ввели, а доллар уже порос, начал расти. Ну, то есть, все это на коммерческой, опять же, основе. Сатана действует очень крепко. И Россия уже так повязана со всех сторон. Прям, и уже там и немцы против нас восстают. И вот она и не за горами Третья мировая, и немцы будут впереди. Они всегда боевые ребята. У них все есть для этого. У них главное горячее желание отомстить. А ну, куда делось-то? Если у украинских бандеровцев, бандеровцы какие-то, кто там что знает, горсточка, такое горячее желание с Россией расправиться, то представьте, какое горячее желание у настоящих ганцев, ну так называют всех немцев, ганцы-принцы. Оно никуда не ушло, оно копится все. А Россия, а за что нам? Путин, мы же честные, посмотрите, видите, какой открытый, как разговаривает, ясный взгляд, все как бы правда. И сидит генерал сейчас новопровозглашенных республики Донецк народной. Сидит генерал, говорит, а у нас уже армия готова, все у нас уже на батальоны разбито, все. Ну, не очень большая, ну, говорит, ребята все обстреляны уже там, где только не побывали. И у него звезда Героя России, там три этих. Героя России, орденов вот так вот.
То есть он воевал за Россию, российский генерал управляет. И все уже зашумели вокруг, там, уже понимают, что без России такой подвиг невозможно сделать. Вся Украина великая навалилась на эту маленькую Донецк и Луганск, никак взять не могут. Да что такое? Ну понятно, значит, Россия уже. То есть и у страха глаза велики. А почему так? Ну Господь так делает, все это написано. И говорит, пятеро, говорит, поднимутся и прогонят, говорит, вас сотню и так далее. Это, ну там об этом Господь говорит, о том, что нечестие делает человека слабым очень. Боятся Россию. Россия, да, сильна, действительно сильна. Действительно, можно ходить молиться, даже проповедовать у нас по улицам можно пройти, что не в каждой стране, и можно проповедовать. Но этого мало всего. Почему? А мы спим, вот как этот богач, вот Россия вся спит сейчас. Особенно начиная со священников. Патриарх вот начинает что-то будоражить его. Брат пришел, говорит, патриарх, говорит, речь, говорит, слушаю. Я, говорит, даже подумал, что он, говорит, перед тем, как выйти, прочитал к истинному православию. Потому что, говорит, такие места Писания. И Господь говорит там, Матфея 28 глава, идите проповедуйте, научите крестя во имя Отца и Сына. Я думаю, да как же так, неужто патриарх прочел? Нет, опять все к тому же вернулось. Теперь уже патриарха вырезали. Тогда эту газету Московской патриархии 93-го года, конца и начала 94-го, там первый номер, ее просто могли не показать. Ну что там Московской патриархии, журнал этот, кто его там читает? Прочитал несколько человек, а то многие не дочитали. Мало ли что там написано. Это понятно. Но тут, когда уже выходит перед народом, говорит, и в труде тоже 2003 года заметка этого же митрополит, только тогда он был, Кирилл, тоже он сказал, священники думали, что так будет всегда, то есть храмы наполнены всегда, то есть, а оказалось, что нет, отток идет людей, храмы пустые. Так вот теперь нужно затянуть, говорит, пояса священникам и выйти на перепутье. Все сказал еще в 2000. То есть у него понятие это вот какое-то вот как канва-то идет через жизнь, видать. Но нету помощников. Помощников нету. Почему? Потому что опять не бодрствует патриарх. Ну, может, что-то пишет, но до конца нету бодрости. Он какой-то как полусонный написан. Вот в проповедь говорил, что есть хорошо спящие, прям крепенько так спящие, вообще не растормошить уже. А есть спящие просто. А есть дремлющие. Ну вот, будем говорить, патриарх, он дремлющий. Одно открыл, ага, что там, морепродукты, ну давайте, попродавал там немного рыбу свою, там эти морепродукты в Японию. Там закрыли всю эту лавочку. Теперь еще чем-то надо заняться. Опять раз проснулся. О, миссионерство, точно, давайте. Или кто-то подсказал ему, не знаю. Но дремлющий явно. Ну как бы, вот когда он говорит, охота ему как бы помочь даже. Иногда, ну, хорошие слова, там, социум убрать, парадигму эту, и так бы прошло, может, к сердцам людей. Еще местописание вставить. Но не проходит. Почему? Ну, дремлет же человек. Дремлет, задремал, своими словами сам себя убаюкал. Ой, как хорошо. Сначала вроде начал что-то, тяжко было, а потом придремал немного, и нормально. Все, доехал, глядишь. Не надо ничего думать. Ведь спящий как? В самолете как людей? Почему кормят? Говорит. А накормили? А самолет это стресс всегда. Перелет. Умно. Для многих. Все знают это. Покормили человека. Ну представь, с такой высоты долбануться. Это же ясно дело. Стресс. И желудок переваривает. И человек раз задремал, а тут хоп и прилетели уже. Все, никого не тормошишь. А когда, представь, голодный еще. И допустим какие-то скачки. Все реагирует. Человек и так на взводе. И там... Там с одного борта на другой все перебежали, самолет кувыркнулся и полетел вниз. Все. Поэтому и засыпляют всех вот так вот. Засыпляют едой, засыпляют вот этими словами мягкими. И человек сам себя еще же может гипнотизировать. Вот у нас Московская патриархия, вот даже думать не надо, сами себя загипнотизировали. Все у них хорошо. Им уже с Грузии человек написал, маститый иерей. Уже все. И дрогнули почему-то. И звонит отец Наум. Мне, главное, дозвонился. Я говорю, отец Наум, а что вы мне-то звоните? Звоните. Он говорит, ну, я, говорит, посмотрел, ты, говорит, ведешь, когда говоришь, много правильных слов там ты говоришь.
А потом говорит, что-то ты, говорит, какой-то бодренький такой, говорит, чересчур. И даже я, говорит, что-то это оживился немного. Видать, там заснул тоже отец Наум тяжело. Ну, у них в Грузии тоже, у них все хорошо, он сказал. У нас в Грузии все отлично. У нас есть молодые священники, которые идут по домам, собирают людей. Ну, сейчас я вам буду сказки рассказывать эти все, а он так мне рассказывает эту сказку. Я говорю, ну это там у вас, в Грузии, может быть, есть. У вас же, говорит, там тоже это потепление есть. Вы, говорит, спокойно можете коллективную заявку составить и прям предложить кандидатуру Игнатия Тихоновича прям в епархию, чтобы, да и все. Это я уж так написал, как бы, ну, захотелось. А вы-то там, говорит, сейчас у вас такое потепление. Я говорю, какое потепление? У нас минус 30, говорю, сейчас. Потепление. Я говорю, а души, говорю, там вы имеете в виду и патриархов, и епископов, и митрополитов, и я говорю, семинаристы эти, к которым Игнат Тихонович подойдет, иначе нас как дураками и козлами не называют. Вот, пожалуйста, Раиса Николаевна, звонит ей недавно Стогула, это, Татьяна Павловна, которая у нас в общем еще числится. Ну и что? Говорит, а ты что там, где? Она говорит, да я вот опять здесь же в общине. Так это же зарубежники все равно те же самые. Там у них что, там раскол же. Ты что, вот истинная церковь, только здесь Московская Патриархия. Все, заснула. Она теперь, говорит, там накрылась и там она теперь все. Накрылась медным тазом. Душа ее. Заснула, все нормально теперь. Можно там мурлыкать стоять, что-то там курлыкать. Батюшке она помощница, она первая пойдет в рай. Даже поперед батюшке еще, надо же кому-то свечку показать и там запеть. А будет это? Убаюкали себя, загипнотизировали, все у них хорошо, все нормально. Ну вот Игнат Тихонович говорит, никому мы, говорит, не нужны. А я думаю, нет, не так. Так, чем мы не нужны? Мы Господу нужны. Мы вообще странные, мы очень нужны. Если вот такие, как мы есть, все-таки что-то от нас попадет немножко в закрома этой церкви, вот этой, которая нас окружает, или древний православный, или здесь, любой православный, то сразу изменения пойдут. Но пока они не пропускают к себе, не пропускают, а Господь не терпит, когда идет насилие, это мы знаем. И вот почему и такой долгий путь вот у Игната Тихоновича, он уже... Как ему кажется, что он стоит на гробовой доске, а Господь все тянет и тянет. Нет, Игнат Тихонович, погодьте. Симеон, он 360 лет ждал, 2 даже года еще. Так что смотрите, может быть, и вы этого понянчите ребеночка Иисуса Христа. Так что зря вы туда сели-то далеко. Выходите иной раз-то хоть раз в месяц-то нас порадуйте словом своим. Ну что, еще... сказать. Батюшка сказал, вы хватит тут о воинах разговаривать. А я подумал, так, батюшки, а о московской патриархии не говорите, а о воинах не говорите, так о чем, о последних днях не говорите, а о чем тогда разговаривать? О своих грехах, говорит, разговаривайте. Такая исповедь какая. А говорится, даже, вчера вот проповедь была, даже, говорит, если ты исповедуешь грех перед всеми, ничего страшного не будет. Главное, чтобы ты вспоминал, когда грешить стыдился. Вот когда. Вот грех идет к тебе, а ты застыдился. Прям застыдился такой. Застыдился. Вот это хорошо. А почему, говорит, получается наоборот? Как грех пришел, схватили его двумя руками, прижали к себе. Моего не отдам. Все. А когда приходит исповедь, все сразу, ой-ой-ой. И батюшка уж уговаривает, ой, да тут лечебница, да вы уж не бойтесь. Да тут Христос сам нежный, ласковый. А ведь это все знают, как только начинают говорить, когда еще не приперло, да, Христос простит, он милосердный. Да ты что там мне рассказываешь, что там не спасется кто-то? Что-то я не знаю, что ли? Такой сразу крысится человек. Христос, он милосердный, он всех спасает, ты что? Это все от того, что ночью человек вообще не то, что не просыпается, он вообще мертвый. И почему и сказано дальше, стань спящий, воскресни из мертвых и освети тебя Христос. Ну, Господь по милости своей называет мертвых спящими, потому что на самом деле мертвец мертвее. Ну, как-то вот делается же это, что Господь проникает в эту душу зачерствевшую, в эту темный мрак, в эту мглу. Кстати, написано, что Господь во мгле пребывает.
Это его состояние, это Господа. Почему? Ну, потому что он, Господь, неизвестен людям. Вот нам он известен, казалось бы, а сестры встают и уходят. И сейчас встречаются, звонят нашим сестрам и говорят, вы в расколе. Он по интернету, я знаю. Вы в расколе уже. В расколе. Сидела здесь, хорошо так бодрствовал человек. Блаженного Феофилакта разбирали. Ты для себя один раз-то разбери, и все, какие отступные могли быть. Сейчас бы Моисей, мать его покормила грудью, поел, потом зашел в царский дворец. Она его кормила 3 года, вы знаете? А потом только отдала во дворец. Ну так сделала принцесса, это ее было право. То есть он узнал свой народ, 3 года он. А потом бы вышел и сказал, а меня теперь во дворце хорошо кормят. 40 лет, он 37 лет ждал, а потом убил египтянина за то, что тот... Увидел, как тот бьет брата его еврея. 37 лет он должен забыть был уже. Он все время помнил. Один раз кормили его, он уже все. Здесь человек сидит 30 лет. Раз встал, да вы раскольники, встал и пошел. Как так? Это что такое? Он вообще не просыпался здесь, сидел. Смотрел, глазами на нас хлопал, что-то произносил. Мы волновались тут, переживали за него. За ноги там, за руки, там, дорогой наш, слезами обливали. Молились, а оказывается, спит. Вы это, взбодритесь, кто еще такой засонный-то, кто о расколе-то мечтает? Странно это вообще для меня, 20 лет. Ну, видать, это так и должно быть, потому что Иуда, он был замаскирован по-настоящему. Он лучше Штирлица был любого Иуда. Такой замаскированный, а Господь же уже знал заранее. И написано, даже когда 12 корзин недоеденных, от 5000 человек, они заносили в лодку, написано, это для того, чтобы Иуда вспомнил потом этот случай, как он эту корзину нес с недоеденными, и понял, что Господь это Бог. И в конечном итоге он вспомнил. Но только неправильно Господа не на то место поставил, он на место сатаны поставил его. Раз милосердный Господь, ну тогда и покайся, и все, нет. Пошел, повесился. Ну понял, что против такого всесильного существа ему не потянуть. Пошел, повесился. Это обычно так делают все висельники. Это так сатана их доводит. Иуда рядом с Господом был. Милость никакую не пронял. Так вот бывает. Вот и сейчас опять проповедь нам говорит. А ведь это слова самого Господа Спасителя. И он пришел уже к тебе с ангелами, с сонмом. Уже трубой трубят прям в ухо эти ангелы. И все равно человек не проснулся, заснул. А как определить, заснул ты или не заснул? А вот ты делаешь или не делаешь? Встал ты, поднялся? Или не поднялся, вот с ложа своего. Вот встал, пошел через силу, там, скрипя, к другим людям, чтобы протянуть им последним. Как бы все наоборот получается. Не нищий протягивает руку, чтобы ему туда положили, а ты, как нищий, протягиваешь руку, чтобы кого-то спасти. Все как-то наоборот, но вот понять надо здесь. Вот такая душа человека. Что мы можем дать там многие? Да я, у меня денег нету, да там тем не могу, этим. Вот священник, который в Сербии-то был, приехал там, когда бомбили их. Да у нас что, есть только одна молитва. Так ты должен сказать, у нас ничего нету, никаких ПЗРК там, никаких стрел этих, иглс. Мы вам даем молитву нашу, давайте встанем, помолимся, братья. Я сейчас поеду там, патриарха подниму, там, митрополитов. Да у нас ничего нету, только что помолиться, вот это вот. Это все заснувший, все напрочь уже, вообще не понимающий, куда он, где он и есть. Жалко, что у священников нет экзаменов, как вот в полиции, в милиции было. Так бы раз экзамены провели, спросили уже заранее. И по всех, как Златоуст в свое время, 400 человек священников взял и выгнал. И не только он это было. И еще 11 епископов добавок ко всему. Ну, конечно, поднялись там уже, ясно, целые епархии, видать. И самого Златоуста прогнали. Прогнали истину, здравый смысл. Это... можно сказать, человек апостольского достоинства. И ничего, выгнали нормально, и погубили. И монахи гонялись, чтобы убить. Вот так. Что мы можем сказать о нас? И о том, что отец Наум думает. Могу так сказать, оптимизм у него Игнатия Тихоновича. Я говорю, у вас оптимизм Игнатия Тихоновича. Чувствуется его закваска, что вы крестник его. Очень хорошо. Ну дай Бог, говорю, чтобы что-то хоть немножко проникло в душу их. Не то, что там прям учить там и так далее, да хоть поговорить, беседы какие-то могли происходить. Я уж подумал, просто беседовать с семинаристами, даже не учить их, а просто приходить и беседовать. Вот, даже занятия общие проводить, все. Прям сели за круглым столом и
пошли, как мы занимаемся, и пускай они говорят, они же уже много знают. И по блаженному Феофилакту только. Единственный момент. Блаженный Феофилакт. А если у них какие свои толкования есть, там Петра там есть толкование, архимандрита там и так далее. Ну тоже они через Златоуста идут. Так что Златоуста может кто-то предоставить. Ну пожалуйста, не длинно только, чтобы понятно было. У меня все. Болящих. Пытались идти туда, ходить-то туда, пытались. Александр Кузьмич, а болящих что можно? Да нет, никто не пытался. Ну, так надо. Все надо написать, что надо, что ходить. Болящие, да, болящие это все те же еще. Ну, у нас все больные, хоть всех больные. Записывай. Никто не больной. Вот. Ну, лежит Людмила Степановна в больнице, лежит. Все. Ага. Гинекология, она, если кто желает посетить. Нина была вчера, Нина Александровна. Заходила, это, посещала их. И Татьяна Александровна сейчас болеет у нас, делали ей операцию. Лежит она. Ну, кто пожелает, пожалуйста, 24-я палата. Татьяна Александровна лежит не в краевой больнице, а рядом с краевой больницей. Это федеральный центр по эндопротезированию суставов. Напротив, прямо. Вот там она лежит, в этом отделении. Там вот другой вход отдельный. Это не в краевой больнице, можно сказать. Ну, если вот... Они не выходят, надо их туда не пускают в ортопедию, только если передать что-то. А к Людмиле можно, Степановне. Вот. Ну кто у нас? Ну Александра так и болеет. Валентина, Александра, Анна. Вот. Дети вроде бы все выздоровели у нас. Маргарита сегодня звонила, болеет. Ну, я ее и пишу. Так вроде все те же. Любовь Петровны нет, но она просто добираться ей очень тяжело, скользко. Никто, если ее не привезет, она дома. Так она вроде бы ничего. Мария Яковлевна. Вот Мария Яковлевна дома. Но она тоже не может. Ей с пятого этажа пока сошла и пока здесь, если дошла. Если ее кто-то может привезти, она с удовольствием, пожалуйста, а так. А Барышникова что? Барышникова звонила, да. У ней она не болеет, но холодно. У нее очень там это и тяжело ей добираться. Топить и бросать. Вот она боится бросать. У нее дрова воруют, там все воруют. Поэтому она говорит, уж батюшка будет. Ну, Алексей Устинов, о котором молились, он был в урологическом отделении, там камень ему раздробили, отправили домой, через месяц повторно приедет на контрольный осмотр. Еще минуточку, еще вот малышка. Еще название, это имя не дали, Танюша? Ну, не дали имя. Ага. Ну, вот сегодня плохо было, малышка, помолитесь. Это Христина с младенцем, вот я их записываю, Христина с младенцем. А Христина как сама? Ну, а Сергей что обещал прийти? Ну, она как брат он, Игорь наш? Маленькая. Он на всю зиму там будет работать? Ну, я про Игоря скажу, да, с Игорем я разговаривал вчера. У него, значит, так, он там работает сварщиком, полипропиленовые трубы сваривает, газовые, которые такие толстенные, такие, да, нездоровые. Он, значит, что, там траншея такая выкапывается, они ее заделывают сначала, эту траншею, сверху. Пленкой. Потом вниз залазят, у них там обогреватели, светильники. И вот они там возятся и заделывают эти швы. То есть у него такая работа чисто рабочая, ну, такая очень нужная. И, Третьяков, да. И он говорит, что там у них какие-то с подрядом получились накладки, то есть не успели они за теплый сезон. И вот чего теперь маются они. У нас, говорит, там вся техника позаморожена. Хорошо, что это в Горном Алтае, там это Белокуриха. Там немножко чуть потеплее. На несколько градусов, 5, ну так. Он говорит, и, ну, заводят, говорит, с трудом, говорит, и, ну, потом копают еще, говорит, там долбят сначала землю уже замерзшую, выкапывают эти траншеи, то есть вот так вот идут они. Ну, говорит, где-то с месяц, говорит, мы еще будем это точно, говорит. И я говорю, ну, ты не приедешь? Он говорит, ну, иногда отпускают, но не на воскресенье. То есть, получается, говорит, до дому доеду, и, а потом обратно приходится. То есть, в воскресенье не попадает почему-то. Ну, это аврал, как бы, будем так говорить у них. Ну так, он ну, поклон, еще... правда, не передавал, но я думаю, передаст. Я разговаривал с Владимиром Васильевичем, отцом Игоря. Он говорил, что есть такая вот опасность, что
все это вот они трудятся, а результат в плане материальном, так сказать, к чему, собственно, и все это было-то сделано, могут их нагреть, что называется. Ну, да просто меньше заплатили. Вот брат Николай хворает, вот Надежда Ивановна сказала, что он болеет, а молиться о нем как о болящем. Горку строить. Его не писали. Игнатьевич приглашает на пей. Да, да, брат. Спаси Христос, братья и сестры, за молитвы ваши святые, благополучно съездили, вернулись, все живые, здоровые. Спаси Христос. Аллилуйя. Надежда Ивановна. Я здесь приготовила, у меня 5 минут Златоуста. Можно прочитать? Конечно. Златоуста. Как можно от Златоуста отказаться? Нет, сейчас запретить можно Златоуста. Тема такая, как нам надо относиться к священникам? Слава тебе, Господи. Очки сниму, тут очко слушаешь. Так. Подлинно велико достоинство священников. Восклицательный знак. Так, в самом деле, ты заботишься только о своих делах, и если их устроишь хорошо, не будешь отвечать за других людей, а священник хотя бы и хорошо устроил свою собственную жизнь, но если не будет с должным усердием заботиться о жизни твоей и всех других, вверенных его попечению, то вместе с порочными пойдет в гиену, и часто невинный по своим делам, он погибает за ваше беззаконие, если не исполнит надлежащим образом всего, что до него касается. Итак, зная, какая великая угрожает опасность священникам, оказывайте им великую любовь. Если же и вы имеете с другими, если же и вы вместе с другими станете оскорблять их, то и ваши дела не будут благоуспешны. Доколе кормчий благодушествует, до тех пор и плывущие на корабле безопасны. И коль скоро он от оскорблений и враждебных действий со стороны спутников находится в горе, то уже не может ни быть бдительным по-прежнему, ни действовать с обычным своим искусством, и нехотя подвергает их бесчисленным бедствиям. Так и священники, если будут пользоваться у вас надлежащей честью, в состоянии будут устроить и ваши дела как следует. А если вы будете опечаливать их, то ослабите их руки и сделайте то, что они вместе с вами легко будут уловлены волнами, хотя бы они были весьма мужественными. Не видите ли, как все подчиняются властям мирским? Вопрос. Хотя подчиненные часто превосходят начальствующих и знатностью рода, и жизнью, и мудростью, однако же из уважения к тому, кто их поставил, они не думают ни о чем этом, но чтут определение царя, каков бы ни был тот, кто получил над ними начальство. Таков-то у нас страх, когда поставляет начальника человек, восклицательный знак. Но когда рукополагает Бог, мы и презираем рукоположенного, и оскорбляем его, и преследуем бесчисленными поношениями. И тогда, как нам запрещено судить и своих братьев, и изощряем язык на священников, и какое найдем мы себе оправдание, когда в своем глазе не видим бревна, а у другого со злобным старанием замечаем и сучок. Уже ли не знаешь, что когда судишь таким образом других, приготовляешь и себе самому тягчайшее осуждение? Говорю это не потому, чтобы я одобрял недостойно проходящих служение священства. Нет. Я крайне жалею о них и плачу. Тем не менее, однако ж, утверждаю, что и в этом случае подчиненные, и особенно люди самые простые, не имеют права судить их. Пусть жизнь священника будет самая порочная, но если ты внимателен к самому себе, то не потерпишь никакого вреда в том, что ему вверено от Бога. Если Господь заставил говорить ослицу и через волхва даровал духовные благословения, если таким образом и через бессловесные уста ослицы
и через нечистый язык Валаама, он с большой буквы, действовал для неблагодарных иудеев, то тем более для вас, если вы будете признательны, он сделает с своей стороны все, что нужно, и не спошлет Духа Святого, хотя бы и крайне порочны были священники. Ведь и чистый священник не своею собственной чистотой привлекает Духа Святого, но все совершает благодать Божья. Все, что вверено священнику, есть единственно Божий дар. И сколько бы ни преуспевало человеческое любомудрие, оно всегда будет ниже той благодати. Говорю это не для того, чтобы мы беспечно располагали своей жизнью, но для того, чтобы вы, подчиненные, видя нерадения кого-либо из предстоятелей, не приумножали по этому поводу для самих себя зла. Но что я говорю о священниках? Ни ангел, ни архангел не может оказать никакого действия на то, что даруется от Бога. Здесь все устрояет Отец и Сын и Святой Дух, а священник только сужает свой язык и простирает свою руку. Да и несправедливо было бы, если бы по причине порочности другого лица терпели вред те, которые с верою приступают к символам нашего спасения. Итак, зная все это, будем и Бога бояться, и уважать Его священников, оказывая им всякую честь, чтобы и за свои добрые дела, и за уважение к ним получить от Бога великую награду по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне призна и во веки веков. Аминь. Спаси Христос, Надежда Ивановна. Помолимся. Достойно истинного истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Просвети нас, Господи, Владыка жизни, прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Попросим брата Алексея Викторовича на следующее занятие, на следующее воскресенье провести собрание. Просим. Просим. Аллилуйя. Демократия у нас теперь, брат.